Приветствую всех уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. Я тут, как видите, ресурсики собирал. Ну вот, интересно кое-что тут другое. Сейчас я последнюю зону запущу. Довольно-таки геморройное, честно говоря, занятие. В общем-то, я нашел какую-то сигнатуру, на которую могу приземлиться. Давайте приземлимся. Что ж, как этот корабль садится, мне интересно. Погоди, он что, шаттл отправил? Да ёж. Уберите оружие при помощи H. Ага, понятно. Так, ну... Как будто у меня, блин, выбор большой. Не, мне это нравится. Ой. О, так у меня уровень даже под... Так... Игрушка. Так, ну давай приобретем. Да ладно, 3 очков надо. О-о. Так-с. Тут 30, там было... Ладно, давайте выберем. Я бы первый уровень. Слов техники. Ну, хрен его знает. Так, зажигаловки. Агент Цербера. О, здоровье. Ого, ну это полезно. Так, а у тебя там чё? Офицер Цербера. Да по здоровью отряда даже дают, ну ни хрена себе. Девочка-то крутая. Чё я покрутить-то не могу, ну да. Так, ну давайте сюда приземлимся, посмотрим, что здесь такое. Это же очень интересно становится. Я вообще, блин, попал. Ага. Я сюда на шаттле приперся. Ха-ха-ха-ха-ха. Слушайте, я, кажется, понял. Просто здесь надо побегать, пообыскивать, да? Враги будут? Ну, забавно, забавно, я вам честно скажу. Канал обновлен, вернуть пройдену... информацию. Что, мавик отмене? Их там дофига, вам так не кажется? Thank you.
Слишком круто. Блин, у меня так патроны сейчас кончатся. Оп. А, F ближний бой, понятно. Что-то как-то больно здесь круто было. Ну ладно, справились, говорим, пополам. Так, давайте начинаем обход. Так, мне нужно найти цешки. Так, отлично. Чего? Бронированный хрен. Серьезный типчик, я вам скажу. Так. Тут нормально уже кредитов выпало. Странно как-то, кредиты падают. О, у меня патроны кончились, ой-ой. Ха, беда. Ой, беда, ой, беда, беда. Zero contacts. В смысле, zero contact? Издеваешься надо мной?
и тут помещения-то какие большие. Так, они бежали все отсюда, да? Что это будет очень невесело. Ой, ладно. Это сложный замок. Я понял. Давайте вниз сбегаем. Я еще и ресурсы добываю заодно. Мне, правда, нафиг и не нужны, но да ладно. Еще и будут. Так, ладно. Прости. Эй, вроде по-другому же было. Так, открыли. Лады. Это компьютер, содержащий ровный разряд данных, полученных захвачено агентов Цербера. Данные могут серьезно повредить Церберу, если станут доступны общественности. Ставить данные себе. Данные получены. Сохранено на Нормандии. Не, а чё я должен кому-то их давать? Никому я не буду их давать, пошли все нафиг. Всем обалдели. Слушайте, такая прикольная миссия. То есть я могу эти данные либо потом... Ну, может, я смогу их накопить, а потом передать, кому мне интересно. Так, что далее? Ну, не то чтобы плохо все. Но мне надо за зондами лететь. Так, ладно, друзья. Пока на этом на паузу уйду. Увидимся, если что-нибудь еще найду из интересных аномалий. Что ж, почистил я почти все системы. Так, давайте покажу. Сразу, чтобы было понятней. Так, только армада осталась. Видите? Показать точно. В общем, все системы я зачистил. Вот только осталась армада и место крушения Нормандии обследовать. Но я решил сейчас не на Нормандию горцевать, а слетать, собственно, все-таки себе команду хоть как-то подбрать. Вот мне интересно. Здесь видите, как бы завербовать архангела, профессора, нанять ветерана. Мне единственное, что сейчас очень сильно интересно, так это я все задания сразу три выполню или надо по одному выполнять. Давайте посмотрим. Ох, ё. Овка. Что это за хреновина такая? Это забавно выглядит довольно-таки. И у меня наносит урон защитным барьером, щитам, броне врагов. Ну не все.
вообще-то. Оно носит только те, там, в кого оно сделано. Типа у меня такой большой выбор, что аж дальше ехать некуда. Ну блин. Не понял я юмора. А, выход надо нажать. Поперлись, посмотрим, что это за станция. А, не заброшенная, значит. Добро пожаловать на Омегу. Здесь впервые, не так ли? Это сразу видно. Позвольте. Привет, Маклин. Я тут. Фарго, иди быстро. Конечно. Как ей будет? Шакалы чертовы. Добро пожаловать на Омегу, Шепард. Знаете, кто я? Конечно. Мы вас ввели с того момента, как вступили в систему Терминус. Зря вы думали. Спрятались. Ария желает знать, что привело на Омегу мертвого спектра. Предлагаю вам пройти в загробную жизнь и представиться. А, это название видно какого-то там... пара. Так. Хорошо. Клуб быстрее. Мысли быстрее. Дайте мне побродить здесь. Я получила предупреждение об установленном карантинном режиме в трущобах, где расположена клиника доктора Соуста. Я также получил доступ к переписке между наемником, касающимся плана загробной жизни. Есть их вербовочный пункт, где можно найти... найдется полезная информация. Как мило. Заключенный, прошу, помогите мне. Никто не разрешал тебе говорить. Вы Масани? Ой, ну и физиономия. Да это я, надо полагать, капитан Шепард. Вряд надо спасти галактику. Кто твой друг? Дарианский преступник разлив одного богатея. Тот заплатил мне, чтобы я его достал, да еще живым. Пожалуйста, я ничего не делал. Кто заткнулся? Заставить меня искать его в системах. Пытался. Шваль всегда прячется на Омеге. И известно... домашнюю работу сделал. Цербер выслал мне необходимую информацию. Цербер. С Цербером? Это очень просто. Мне хорошо платят, чтобы я помог. И на задание. Вот и все. Каждый наемник отправится на безнадежное задание. Большинство наемников и не получает предложение от Цербера. Да, это задание попахивает, но призрак хорошо раскошелился. Давай, горцуй тогда. Здесь призрак рассказал о сути договора. Похоже, мне предстоит помочь тебе частью твоего задания, это так? Ага. Странно, что он тебе не сказал. Я ввелся за одно дело незадолго того, как писался в Цербер. Приходилось слышать про Индосянина, глава синих светил, управляет всем. Недавно захватил завод, использует тамошних рабочих в качестве рабов. Компания хочет, чтобы я с этим разобрался. Сделаем. Надо бы эту скотину править, пока не начала вонять. Ладно, горсуй, продавай, что тебе могу сказать. Какой-то странный типчик. Так, стоп, там ничего интересного нету. Ну,
Так. О, как оно. Так. Чтобы понять, куда тут вообще, в принципе, перцевает. Так, транспорт вижу. Что-что. Челноки. Эго, ну и дура, здесь, по крайней мере, не расслабишься. Ну ничего, красиво зато текстурки сделаны. Так, у нас тут две дверки, я вижу, да? Апартмент, маркетплейс. Оу. Маркетплейс, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка заценим. Люди, Урунку, вы сэр, вы исчадие ада. Ну, я думал, с ним поторговать можно, а мне говорит, что я исчадие ада. Ну, прекрасно. Здрасте. Что еще за... Немного взволнован, добро пожаловать, чем могу полезен. Что у вас есть? Дружелюбие с разбившимся корабля. Разный товар, в основном легальный. Гордостью мои цены самые низкие на станции, дешевле, чем у меня вы не найдете. Меня дела. Так, это не у него торговать, у терминала, значит, да? Так, емкостный нагрудник, микрореакция, разработка, тарам-там. Модуль корабля, 13 корабль гетов. Маленькая модель крейсера Гет, всех, что участвует в битве, подарили, да хрен с ним, давай. Изер. Так, разработанный Амактив. Изер позволяет увеличить мобильность, точность уклона попадания в голову на 10%. Слушай, ну, конечно, интересно кое-что. Модуль слома. Так, ну, ищет время, отведенное на взлом системы. Кстати, надо потом под деньжат заработать, докупить. Надо не забыть, что здесь есть эта торговля. Такая торговля странная, ладно. Надеюсь, после моего визита здесь станцию не разнесут. Так, модель корабля, тарианский крейсер. Игрушки под кубком, почему нет. Вон снайперской винтовки, которой у меня нету. Так, горячая... Ну, 5 кредитов, журнальчик не помешает. Да, здесь у нас, так полагаю, такой торговый райончик. Довольно забавно, кстати. Я что-нибудь пожрать хочу. Почему я тут не могу ничего купить? Эх, жалко, что здесь хапчик этот ХП не восстанавливает. Хотел ХП само восстанавливается, ну да ладно. Так, сюда не хочу. Что у нас здесь интересного может быть, в принципе? Нифига. Ну, наверх пойдем. Ага, наверх все закрыто, я понял. Бала, что вас интересует? Дай мне войти. Это не лучшее место для вас. А главное, там с поле загробной жизни, отличные напитки. Музыка. Ты ж ты. Рожа полосатая. Ага, здесь оружие достать не могу. Фигово. Чё, пол с подогревом, типа? Так, еще один магазин, да ладно. Так. Боеприпасы к тяжелому оружию. Жесткое укрепление кожи. Кибернетическое улучшение. Ваше уровень здоровья достает на 10%. О! Кроме того, этого... Панцелин улучшает эффект от лечения урон дробовика, но это ладно все. Так, тут бабла надо, блин, немерено по ходу дела. Я же не столько его надыбать, вот чем вопрос. Ой, ну и физиономия. Да. Уйди, человек, с нами капитан Угаурон, и мы сегодня никого не убивать.
Я не знаю капитана, зачем мне ему что-то говорить. Верить и скажу, он что знает его условия. Мы сегодня никого не убьем. Орка. Ладно, сколько орка. Уходи, много говоришь. Бандиты Говорона ничего не получат, мы уйдем. Знаем ловко Говорона, мы уходить. Блин, да такую физиономию встретишь, блин, обосрешься нафиг. На самом деле, а тут карта есть какая-нибудь, кстати, дайте заткнём. О, так тут карта есть. А, даже. Рынок запчасти. О, отлично. Это проблема меньше. Так, а как мне вот эти вот все ресурсы, которые я взял, продать бы? Ага. Так, я понял. Это забавно, конечно, но все-таки не очень. Значит, просто тут два входа в одно и то же помещение. Я думал, это разные все входы. Было бы прикольней. Ну да ладно. Так, ну кибернетический усилитель, конечно, мне бы пригодился. Правда, бабла на него надо, ой-ой-ой. Ё-моё, что это за место-то такое? Мусор какой-то. На станции костер. Серьезно? А тут как раз вот дым есть. Охренеть можно. Че, блин, обогрева не хватает? Не знаю. Начальник станции, видно, жопа с ушами. Надо же обогрев ему в лом включить. Еще такой парк какой. А, красивое место посреди мусорного ада. Ну ладно, предположим. Скажи, что мне там потенциал. Знаете, я когда в свое время еще на дискотеке ходил, я видел, когда так танцуют. Это были просто пьяные, убитые в хлам так танцевали. Я, конечно, извиняюсь. Дойдут только ради духа еще, либо девушку подцепить, либо напиться. Ну, как правило, по морде получить, либо кому-нибудь ее набить. А, ну я, конечно, еще забыл про зазывал, так называемых, которые выискивают пьяных и морды бьют. Это вообще самые забавные ребята. Ох ты ж, блин. Теперь, конечно, открывается здесь феерично. Ты занят, мне, мужик, не холодно, не жарко. Но на второй этаж подняться надо. А, кстати, прикольная голограмма с огнем. С Арией поговори. Где она? Ох ты ж, блин. Вот эту физиономию фиолетовую я помню. Или это не та физиономия была? Stand still. Ради чего это проверка? Мертвыми спектрами осторожность не помешает, либо кто мог воспользоваться твоим обликом. Говорят, ты та, кому можно. Они чисты. Какие вопросы? Командуешь на Омеге? А, не, не та. Хрен знает, они все на одну физиономию. Я Омега. Нужно больше, всем нужно больше, чем у них есть, и поэтому все приходят ко мне. Я босс, президент, королева, хочешь громких слов, разницы нет, на миг нет официального правителя.
Правило всего одно. Правило всего одно. Don't fuck with Ari. Не спорь, Ари. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship that would matter. В своем корабле можешь командовать сколько угодно, здесь слушайте меня. Насрать мне на тебя, мне за доктором, да и свалить отсюда. So, what can I do for you? Архангел. Не только ты, но и половина населения Омеги. Тоже хочешь, чтобы он умер? Ха-ха-ха. Половина Омеги? Почему тут половина? Что он делает, кого-то раздражает. И добра на Омеге нет. Он мне нужен. Я собираюсь собрать команду, он у меня в списке. Любопытно. Ты объединишь с Архангелом, то наживешь врагов. Если ты до него доберешься, у него сейчас некоторые проблемы. Ладно, короче, где он? Местные наемники вербуют всех, у кого есть оружие. Формируют отряды поддержки для борьбы с Архангелом. Это наш входной билет. У них есть отдельная комната для вербовки. Вон там. Уверены, тебя возьмут. Ха-ха-ха. Так, ладно. Об Архангеле не так уж и много, но бьюсь несколько месяцев назад и начал создавать проблемы. Если установили свои законы, а он этим занимается каждый, то все жизнь. Он безвкусный идеалист, но, похоже, знает достаточно, чтобы держаться от меня подальше. Кто за группы стоят за ним? Кто охотится на него? Синий светило, затмение, кровавая стая. Самые крупные игроки Омеги. Если бы не война, вместе их не собрать, но Архангела они ненавидят больше, чем друг друга. Господи помилуй, что ж тут творится? Так, так, как насчет тебя? Мне некогда кого-то ненавидеть. Я всем одинаково не доверяю. Я не собираюсь мешать им убивать друг друга. Спасибо. Потому что станет благодарность, когда наемники поймут, что ты хочешь им помочь. Но что ты не хочешь им помочь. Так, давай-ка Мордина. Последний раз я слышал о нем, когда он пытался помочь жертвам чуму в зоне карантина. Мне нравится Мордин. Он с радостью вылечит тебя. Может и пристрелить. Милый чертик. Знаешь, где он? Раньше стоял с Риаском в отряде. And dangerous. Just don't get him talking. Специального назначения, так. Если действительно хочешь его найти, отправляйся с челноком в карантинную зону, правда, не гарантирую, что тебя пропустят. Учить. А, ну то, что ты Шепард, блин, знаешь, это как-то сейчас не канает. Два года был пробыл трупом и вернулся с того света. Так что... Ну, хотя бы сюжетная завязка внутри одного человека. Личное помещение закрыто. Ох ты, господи. Здесь что у нас? Есть пункт вербовки, блин. Не, ну, вообще-то да. И потом надо будет не забыть выпустить отдельное видео. Опять же. Потому что, друзья мои, я играю в старые игры, потому что нет ничего нахрен нормально нового. Объясняю попроще. Просто тупо. Я уже столько игр перепробовал, что тут шатаешься. Я сейчас игры уже стал пробные покупать на второй аккаунт, если что, с второго аккаунта записывать. Ну, потому что я уже на первом начал столько Г собирать, что дальше ехать. Реально. Надо держать первый аккаунт, там игры будут, знаете, такие элитные, по сути. Ну, ни черта интересного я здесь не вижу. Погоди-ка, это же одна из этих. Как там, долгожительниц. А фонарик есть? Ай...
Вообще-то странно было бы как-то, если одна из таких долгожительниц, они вроде свою расу. Погоди-ка. Ну ладно, сесть спереди. Так, ты ее голову, блин, покажи. Мне остальное не... Ну ладно, заплатить. Улыбнулась, я очень рад. Не, это походу реально... А, во-во-во, нормально. Да, это вот это вот чудило. Это раса, которая долго живет. Странно, что она в стриптизе участвует. Довольно-таки. Я стриптиз, честно говоря, так себе. Танцы, скорее всего, назовут. А стриптизом назвать тяжело. Даже эротикой. Так, ну и куда мне тут, блин, чесать? А я вербовщик, наемник, как-то мне попробовать, может, назад. Так, как тут на второй этаж забраться? Ну уже. Блин, как тут темно. Есть фонарик вообще, в принципе? Нету. Правда, а, ну понятно. Мне по кругу надо бежать. Вообще отпад. Я, конечно, не против пройти по станции, просто под нефиг делать на сутки. Загробную жизнь. Значит, мне прямо и... Да. А, погоди-ка. О! Пошел на... Орёт, пустите меня. Ну, это хотя бы немного похоже еще на что. Человек или нет? Не видно ни черта. Кто-то что-то смог рассмотреть здесь, то я за вас. Твою ж дивизию. Опять твоя физиономия. Так, нет, мне не интересно вообще ни разу уже. Так, загробная жизнь, вверх, вербовщик наемника, варианта. Да, мне надо вот... А, может, с этим поговорить? А, почему бы вам не войти? Синик светил, деньги. Троица может натворить дел. Почти хорошие драки. Архангела. If this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500. Стандартная плата 500 кредитов. В каждом заплатят, когда выполните работу. В случае смерти вашей. Я думаю, не прав. Вам понадобится оружие и броня, так что это попробует. Нет. А ты сделаешь сильным силы. Светил затменили кровь. А ты вольный стрелок. Вопросы есть? План нападения. Умники расскажут. Он сколачивает ряды из вольных стрелков. Должны отвлечь внимание Архангела, а мы попробуем пробиться через его отвлечение. Не хочешь, не ходи, но если все пойдет гладко, беги бабки. Кроме того, сразу же у нас всех не уловит. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go?
Иди к гаражу за клубом один из наших ребят, тебя там подберет. Hey, is this where I sign up? Сколько тебе лет? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Пистолет. Ну давай так. Get your money back. Hey, Woody. Trust me, kid. You'll thank me later. А если бы ему было не 17, примеру, а 18 лет, то иди, умирай, подыхай. Не очень-то я вижу. Так. Вверх, инок, части. Зона, загроб. Вниз. И половина мне всего закрыта. Возможно, откроется потом. Так, ладно, поперлюсь отсюда. Хоть на рынке побегал. Так. Где же здесь денег заработать? 90. Нет, сколько? 300 тысяч надо. Это же звездец. Ну ладно. Транспортное депо у нас будет слева. Очень мило. Значит, мне не сюда или сюда все, что подать сюда. Здорово, дятел. Как дела? Ну, у него, я так полагаю, хорошо. Ну что ж, друзья, буду на этом, пожалуй, серию заканчивать. В следующей серии уже, как говорится, ну, наверное, пойдем хоть повоюем немножечко. Хотя повоевали, собственно, в начале этой серии. Ну, вот как-то так. Всем удачи, всем пока.